преддверии профессионального праздника Дня спасателя ряды сотрудников областного управления МЧС пополнились новыми полноправными членами. 63 представителя торжественно приняли присягу и поклялись быть преданными делу профессионалами, качественно исполняя возложенные на их плечи особые обязанности. Присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальника. В большом строю среди юношей несложно разглядеть единственную девушку. Анна Мусвидас мечтала служить в Министерстве по чрезвычайным ситуациям давно. Девушке очень хотелось продолжить военную офицерскую династию, начало которой положил любимый дедушка. Девушки могут работать, девушки такие же ответственные, как и офицеры-мужчины. Ну, я, конечно же, горда, что я стала офицером. Я всегда мечтала быть офицером, так как у меня дедушка мой офицер. Это честь, достоинство. Профессия пожарного спасателя, безусловно, одна из самых опасных и сложных. Это и работа в экстремальных ситуациях, и риск для жизни, и огромная ответственность за других людей. Эффективность деятельности сотрудников МЧС особенно зависит от профессиональных качеств и знаний, умений и навыков, наличие которых спасатели Брещины доказывали и доказывают неоднократно. Они регулярно проводят учебные мероприятия, во время которых оттачивается особенное спасательское мастерство. Это помогает представителям ведомства приходить на помощь берестейцам в самых непредвиденных, сложных ситуациях. Только за прошедший год сотрудники управления совершили более 4000 боевых выездов. Стать на путь спасателя однажды – значит взять на себя большую ответственность за жизни и безопасность людей. Ответственный шаг и смелый вместе с тем. Ребята бесспорно пройдут соответствующие азы боевой подготовки. Мы их с большим удовольствием примем в коллективы, расскажем, покажем, научим. С тем расчетом, чтобы они на самом деле были нормальными, профессиональными спасателями, пожарными – и оказывали помощь нашему населению. У молодых сотрудников МЧС есть надежные и проверенные временем идеалы, как в лице героев Великой Отечественной войны, которых спасатели почтили минутой молчания, так и среди их сегодняшних наставников, которые с честью и достоинством носят специальную форму. Пройдя торжественный ритуал принятия присяги на территории священной цитадели, молодые кадры дали главное обещание – охранять безопасность жителей региона и всегда приходить на помощь в чрезвычайных ситуациях.